вечно не нужен день. Ну ладно, мы и так уже спешим, еще очень мало времени. Нужно опять просыпать свою дочь. Так ты уже 100 проснулась. Конечно, мы ничего не особенно взяли. Это было на другой день, и еще это было вообще-то очень первый дело. Не взяли, так не взяли, подумай. Не взяли. Очень классно, что ты меня не счастлив. И теперь мы будем делать музыку, ребят. Кроме ее, да? Ну, конечно, кроме тебя. Ладно. Только перейдем. Ладно, я пойду. Что же выбрать? Иван? Ну ладно, мою. Да. Обычно. На канале была моя любимая дочь, и мы будем делать моя любимая дочь музыку. Моя любимая дочь, музыку под музыку танцу, моя любимая дочь. Эй, дочка, дочка милая такая, что до утра не скажет, что очень милая, да? И такая ты милаха, когда спишь, было очень вкусно. Конечно, проснулась все, моя любимая дочь. Все в моей семье, кроме тебя, была одна дочка, но ее не было. Всегда ее не было, ее просто ругали, когда была очень маленькой. Но потом ее очень любили, стали любить. А другая стала очень рада, потому была очень крутая музыка, очень крутой день. Очень милый день, и ты меня очень обрадовала. Ты же моя любимая дочь, дочь. Чуть-чуть почиши, чуть-чуть не почиши. Я тебе дам конфетку, но больше не дам. Ты мне не давала посерня, я не знала, но очень решила посмеяться. По твоему контролю мы должны сказать, что ты не нас, она не нас любит. И мы ее не любим. Уходи из дома, моя любимая дочь на канале. Было больше подписчиков, поэтому подписывайтесь на канал. А мы дальше снимем другой ролик. Подюкся, добавим его на подюкся, подюкся. А мы посидим спать. Точно они не такие. Ну ладно, пойду дальше. На канале... Нет, ребята! На канале два любимые... Моя любимая дочь и... Всем пока-пока! Поставьте лайки и не забудьте подписаться на канал! А я весь ролик подошла, а вы... Чао, кака... Чао, кофе и какао!